Всем здрасте, дорогие друзья, с вами Юра, и это видео для канала Data Let's Play. Сегодня... Так, блин, сегодня мы играем в GTA 5 на PS4. Next Gen. Поехали. Все рушить, ломать. Все что... Все, за что я бы сказал, мы любим GTA. Ну и сюжетная кампания тоже, кстати. Ну, нет, не тоже, кстати. Отличная, отличная сюжетная кампания. Прямо, я бы сказал, очень хороший сценарий. Замечательный просто. У Rockstar все с этим. Отлично, как все. Отлично. Вот, я включил эту способность, когда зажимаешь R3 и L3. Вместе. И вот у Тревора, да, я сейчас за Тревора играю, и у Тревора вот такая вот ярость, как бы, и его нельзя убить, вот когда вот эта штучка действует. Да. Набирать ее, ну, нужно, соответственно, просто убивать кого-то, и когда эта полосочка у тебя пустая, вот сейчас я продемонстрирую, просто убиваешь кого-то, вообще, и она у тебя, соответственно, будет накапливаться потихонечку. Так. Я трезвый. Я не оправдываю название канала, за что прошу прощения. Вот так вот, это просто. Просто я вам дал знать это. Хоп. Хоп. Давай, давай. Вот, да, у нас полосочка. Это... Ладно, давайте сядем в машину и уедем куда-нибудь в далекие края. От первого лица в машине тоже, кстати, заебок сделано все. Очень красиво. Блин, это стекло. Выбить его вот так. Чё там? Блять, они... Да нет, вроде могу. Да, могу уехать. Я думал, меня зажали. Да, меня зажали, но... Я еле-еле сейчас... Так, это давайте возьмем C4 в руку. Чтобы налепить на кого-нибудь. Так, как-то я забыл. А. Вот так вот. И... Блять. Блять, меня... А, все-таки я взорвал. Ладно. Мертв. Ничего страшного. Ничего страшного. Давай, оживаем сейчас. Да, вот мы играем за Тревора. И вот, что мне просто нравится даже. Ну, не в онлайн-режиме, соответственно. Мы сейчас просто в GTA 5 играем. Вот, смотрите. Когда мы на кого-то перелистываем. Вот так вот, да. Меняем персонажа. И вначале нам... показывает вот что он делает просто. Он может абсолютно в любом месте находиться. И вот когда мы вот вначале перелистываем, и вот вот эта начальная заставка прикольная, просто показывает, что он делает. Смотрит телек. Майкл смотрит телек. Круче всего вот так вот перекидываться за Тревора, потому что там действительно он то на острове где-то там может быть, то кого-то может издеваться над кем-нибудь. Ну, я думаю, если играли или, ну, не играли, вот смотрите этот обзор, так называемый, то вот, знаете, это прикольно. Вот, сейчас попозже я переключусь за Тревора и потом за Майкла. Ой, не за Майкла, а за Франклина. И мы увидим, соответственно, это... А что здесь можно показать вам? Можно поставить меточку на Лос Сантос Кастос, вот он здесь рядом. Чтобы не потеряться, вот так меточку поставлю. Да, и какой-нибудь взять автомобиль. Просто так для интереса даже, и протюнинговать его. Прокачать его, как говорится. Сейчас так и поступим. Какую-нибудь машину возьмем. Можно эту даже, да, взять. Ну, вот такие вот машины, ребят, их это... На них мало что можно навесить. На них даже, по-моему, задний бампер нельзя навесить, не передний бампер. Только мотор, двигатель там можно менять. И, соответственно, стекла тонировать. Ну и так далее, вот в этом направлении. Сейчас посмотрим, чего это можно. Если я не ошибаюсь, это так. Ой, это... Что у нас это? Феррари это, по-моему. Да, вроде Феррари. Ладно. Не буду... Так. А, извиняюсь. Поехали.
Вот он, Лос-Сантос Кастас. Давайте, открывайте ворота. Ой. Тормоза тоже надо сменить. Так, вот мы въезжаем. Спорткар Инвентеро. Понятно. Так, броня, давайте. Последнее 100% усиление. Ну, вот усиление брони, я вам говорю, это, соответственно, если машина ваша будет врезаться куда-то, она не будет так сильно ломаться. На ней меньше будет повреждений. Ну и, соответственно, она будет повреждаться, повреждаться. И чем выше у вас прокачан процент брони, тем она, ну, меньше вероятность, что она взорвется, как бы. Когда вы будете врезаться. Так, тормоза. Ну, гоночные тормоза. А, нет, здесь есть бампер, это прикольно. Давайте самый крутой бампер. Да, вот этот крутой очень. Задний бампер. Вот этот вот, на заебок. Двигатель. Вот сейчас будет... Слушайте. Да, вот так вот. Глушитель. Ну, да, глушитель мы тоже последний ставим. Соответственно, все последние крылья. Вообще заебатые. Капот. Что у нас там по выбору-то есть? Я вам так скажу, не всегда вот самое последнее, самое дорогое, не всегда самое красивое. Можно вот поискать, и будет что-то покрасивее. Я бы вот, например... Ну вот я бы вот такой поставил, на самом деле. Не знаю, на вкус и цвет, как говорится. Вот это прикольно, конечно. Клаксончики. Ладно, давайте не будем заморачиваться, начнем класс. Да-да-да. Так. Неоновые наборы. Везде. По бокам, спереди, сзади. Так. Какой цвет? Давайте, я не знаю. Ну, давайте красненький поставим. Яркий. Так, что у нас еще есть там? Номера. Ну, мне вот это нравится. Так, окраска. Ну, окраску такую же, ладно, оставим. Хотя Феррари, да? Как я говорил, это Феррари. Ладно, не буду уточнять, что это Феррари просто. Ну, давайте красную окраску поставим. Так. Классический. Где нам красный цвет? О, кстати. Вот это заебок. Да, оставляем. Так, дальше. Каркас шасси. Или шасси. Давайте карбоновую крышу. Так. Крыша. Какая там... Ну ладно. Пороги. Дайте карбоновые. Да, вроде бы. Да. Спойлер. Вот это самый большой, красивый спойлер. Подвеска. Ну, подвеску ставим как лоурайдерской такой. Чук-чук. Кстати, вот в GTA San Andreas, если вы помните, я думаю, все играли в GTA San Andreas, когда смотрели GTA 5. Да и вообще все играли в эту офигенную игру. А, насколько вы помните, в San Andreas, так, трансмиссию мы и гоночную ставим, в San Andreas было то, что можно было любые машины, спорткар, неважно, на чем ты там приедешь, на седане, в Лос-Анджелес Кастс можно было делать лоурайдовскую из любой машины. То есть она могла подниматься, как бы. Ну, помните, да, вот это. Здесь, к сожалению, такого нельзя. Нельзя прыгать на колесах, все такое. Так, давайте по крышке. Ой, какой дым. А, кстати, вот давайте вот это поставим, потому что вообще любой дым может быть. Колеса, что я колеса не поменял? Эксклюзивный из-за... Ого. Давайте... Нет. Там, вот эти вот заебатые колеса были. Что у нас еще есть? Стекла, лимузин. А, ну вот и все, собственно. Ладно, поехали. Так, турбонаддув мы заебашили. Вроде бы, да, тоже. Вот это, да, блядь. Охуенно. И еще там нитроускорители были в San Andreas. Вот только что вот по этим огням сзади, которые сейчас были, я вспомнил. А здесь нету их. И там можно было, когда хочешь, их включать. Ну чё, офигенно. Опа. Вот, кстати, насчет вот этого говорил. Любой может быть дым абсолютно. То синий, то красный, то белый, то синий. И так далее. Вот такие вот дела. GTA 5 на PS4 вообще заебатая. Да и на PS3 тоже было. Но здесь сделали поярче и покрасочнее картинку, я бы так сказал. Ну, соответственно, для нового поколения получше сделали. Это так и должно быть. Ну вот. Вообще отлично.
Вот такой вот обзорчик получился. Посмотрели мы на GTA 5. Ну, следующее видео, я думаю, GTA Online я постараюсь скинуть. Обзор. Прохождение ограблений банка там и так далее, вот в этом направлении. Ну или можно просто там побесоебить, что-нибудь там поубивать, там, не знаю, кого-нибудь. У меня там вроде уровень прокачан, 50-й почти. Соответственно, оружие там вот всякое есть уже. И деньги немного. Тоже. А, кстати, вот денег нет у меня, по-моему, я там машину, по-моему, купил, и денег у меня, к сожалению, по-моему, сейчас нет, так что надо будет заработать. Ну вот, соответственно, вот такой обзорчик получился. Неплохой. Сейчас мы сфоткаемся и переключимся, как я вам обещал, на Тревора и на Франклина. Охуенно. Селфи. Ладно. Давайте переключимся. Так. Давайте, ну, на Тревора для начала. Тоже вот эта офигенная манера... Не манера, а способ переключения. Вот так вот наверх просто камера улетает и... Просто... А, ну, Тревор просто едет сейчас. Угоняет от полиции. Блин, а вот когда, к сожалению, полиция, нельзя переключиться на другого персонажа. Придется для начала от нее уйти. Опа. Уебался, блядь. Ну, у Франклина, собственно, там ничего интересного, ребят. Не, у него есть интересного, но я вам скажу, он тоже постоянно либо телевизор смотрит, как Майкл в своем доме. Ну, либо там в стрип-баре тусит. Вот, когда в стрит-баре тусит, да, это интересно, потому что там он... Блин, я уже не помню. Ну, короче, там что-то происходит всегда с ним. Вот такой у нас получился, ребят, обзор. Всем спасибо. Старайтесь ставить, пожалуйста, пальцы вверх, ребят. Ну, это же не трудно, просто нажали и все, один клик. И всего вам хорошего и доброго. До свидания.